Чистейшая вода, воздух, который вековые сосны сделали пьянящим. Этот ролик об Ольхоне поборется за звание лучшего в конкурсе о достопримечательностях России. Всего 329 участников. Из тех, которые нам точно близки, это материалы о Байкале, Ангарском музее часов и Шумаке. Смотрите ролики, размещайте их на своих страничках с хэштегом «Дива России». Пусть победит сильнейший.